Здравствуйте, мои дорогие, вот вечер в Комсомольске. Сейчас сюжет будет по диджи. И нарисовались веселые ребята, можно по-другому сказать. Ну, веселые во всех смыслах. Поэтому сейчас сюжетит. Рвут струны. Можно спросить интервью для Ютуба, а как называется группа? Рандомайдус. Ясно, а как вас можно найти? Комсомольчане? Да, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. А он название чайник. Отлично. Два юных дарования Комсомольска. Устал, идут после работы. Не успел их записать. Но в следующий раз, значит. Я просто завтра, меня может не будет. Не знаю. Черт, невезение. Вот послушайте, кстати, играют ребята. Может, даже пригласят куда-нибудь. Там какой-то... Меня тоже они зазывали. Я еле от них вырвался. Какой-то там концерт. Этой самой фолк-рок музыки. А тут танго забивает. Ладно, удачи вам. Хорошо, спасибо. Да мне что? В Ютубе смотрите. Ну, сюжет будет вот про этих ребят, к сожалению, не про вас. La la la.
тебя все по плану. Ладно, давай по плану. Сюда там был, ну, на вроде минус, сюда там был. Там сейчас отчетник.